А что такое жизнь, ребята? Жизнь, ребята, это вот эта вот маленькая полосочка между вашей датой рождения и датой смерти. Вот в этой полосочке коротенькой вся суета, которую мы здесь себе напридумали, суетимся, летим куда-то вперед, бегим зачем-то. Но финиш наш абсолютно у каждого здесь. Как бы ты при жизни не выебывался, каким бы ты пиздатым не был, какой бы ты статус себе не выбирал, оно все проходит сюда, минус два, все равны полностью. И смысл чему-то, кому-то доказывать что-то. Понимаете сами? Понятно то, что качество жизни должно быть у каждого свое. Ну, блядь, задумайтесь глубже. Я сюда прихожу, сюда. Потому что здесь очень много людей лежит, которые в моей жизни принимали участие какое-то. Хоть их уже и нету, но я с кого-то брал пример хороший, с кого-то смотрел на плохой пример. То есть, как делать надо, как делать не надо. И вот они сейчас все здесь, вывезены за деревню. Но я сюда даже, вот, допустим, сейчас на рыбалочку еду. Заехал, посмотрел, обошел, вспомнил, поностальгировал. Потому что так надо. Никогда не забывайте сюда заходить, вспоминать что-то. Наша жизнь пролетает так быстро. И вот эта полосочка между датой рождения и смертью нашей, она очень короткая, очень быстро. Времени не существует. Время мы сами придумали. Ай, блядь, и человечности уже не стало. И кому-то доказывать это не докажешь, потому что людей, как говорится, уже хороших нет. Вот здесь вот еще люди, когда вот, которые здесь лежат уже, они еще понимали, какое-то ценили качество жизни. Сейчас, хуй пойми, что творится. Не надо бояться мертвых людей. Надо бояться живых, ребята. И всем, кому скучно становится, ребята, заходите сюда. Заходите, здесь все. Здесь много талантов похоронено. Здесь столько несбывшихся дел. Здесь столько потерянной мечты, которая не состоялась. Здесь столько планов не состоявшихся. Люди планировали, завтра я буду таким, завтра я перестану это делать, завтра я займусь здоровым образом жизни, завтра. А завтра вот оно, ребята, и послезавтра, и послепослезавтра, вот оно. Здесь столько проектов, которые не состоялись и не состоятся никогда. Очень-очень-очень-очень много. Поэтому, ребятки, наша жизнь такая штучка коротенькая. Какой от нас след останется, ребятки? Вот какую-то миссию свою выполнили, похоронили тебя, поставили памятник кому-то хороший, кому-то плохой. Прошло 200 лет, и этот памятник исчезнет. И здесь построят, может, еще какие-нибудь дома новые на этом месте. Все, и нас просто как будто бы и не было. Вот так вот. Не будем грустно. Но задумайтесь, иногда о смысле жизни глубже копать, потому что как-то так, ребята.